Здорово, с тобой Гар. Снова пасхалочки, ребята. На этот раз я вам покажу, где находится тот самый знаменитый мегалодон из предыдущих частей BF4 и BF1. А еще расскажу про секретные анимации Рейнджера, про которые не все знают. А перед этим обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментарии, хочешь ли ты больше таких видео. Ну что, пойдем смотреть на мегалодона. Идем на карту Разрыв, именно которая рассчитана на 128 человек. Мегалодон находится рядом с точкой Е2 возле американской базы. Собственно, до него можно добраться и пешком, и на машине, и на вертолете. В общем, вообще никаких проблем не составит. И сейчас мы с вами пойдем смотреть. Так, ну, собственно, вот здесь находится мегалодон на карте, точечка. И, собственно, вот он сам. Если прислушаться, можно услышать, льдина будет как будто бы трескаться. Сейчас с вами послушаем. Таким вот образом этот лед еще трескается. Причем мы к нему не касаемся, а у него в рандомных местах начинают появляться такие вот заметные потрескивания. Вот тот самый мегалодон, которого мы все прекрасно знаем из предыдущих частей, из Battlefield 4, из Battlefield 1. Следующую интересную фишку я вам расскажу про рейнджера. Как мне известно, немногие знают, что рейнджера можно гладить, так оказывается, еще можно его теперь не только гладить, он может включить музыку и даже потанцевать под нее. Вызываем рейнджера. Мне нужен сброс рейнджера. Понятно. Приказываем ему идти на точку. Рейнджер, пошел! Далее подходим к нему прямо к его лицу и удерживаем кнопку взаимодействия, чтобы погладить. Кнопка взаимодействия у меня это на квадрат, либо у вас на Е. Ну, в общем, та кнопка, благодаря которой вы садитесь в технику. Вот музыка у него включилась. Собственно, дальше делаем второй раз его точно так же гладим. И вот он танцует у нас. Так, выключил музыку. Давайте еще раз. Мы удерживаем кнопку взаимодействия. Гладим рейнджера. Он включает музыку. Далее подходим к нему еще разочек. Снова удерживаем кнопку взаимодействия. И вот наш рейнджер танцует. Все легко и просто, ребята. Вот такие интересные пасхалки мы нашли. Как только мы сможем пробудить эту гигантскую акулу, сразу запилю видос. Ну а пока не забывай ставить лайк и подписываться на канал. А также пиши в комментарии, получилось ли у тебя потанцевать с рыбопесиком. С вами был Гар. Всем пока.